Всех приветствую. Хочу познакомить вас с несколькими иллюстрациями из журнала «Вестник моды» 1900 года издания. Вот небольшая выдержка из него. Хроника моды, Париж, 29 января. По мере того, как приближается сезон выставок, все торговые дамы Парижа заняты изготовлением многочисленных туалетов для наших дам. Как перед большими праздниками или при наступлении нового сезона трудно достать что-нибудь, если об этом не позаботиться заранее. Так и теперь. Все портнихи завалены работой, так как в ожидании весеннего сезона парижанки проводят время очень весело. В театрах, концертах, на вечерах и так далее. Для чего требуется много туалетов. Большое разнообразие встречается в головных уборах. Большим успехом пользуются черепаховые гребенки, украшенные бриллиантами. Этими гребенками схватываются волосы на затылке. Высоких уборов встречается очень мало. Цветы и листья располагают на голове очень низко. Мы видели на днях молодую красивую женщину с красными лилиями в прическе. Две большие лилии были расположены в виде кокард по бокам головы. Эти лилии схватывались красивой гирляндой из очень мелкого плюща, красноватого цвета, как осенняя зелень. На корсаже были такие же цветы с плющом. Другая молодая женщина, которая была в белом тюлевом платье, имела на голове оригинальный убор из красноватого винограда. Платье было украшено таким же виноградом. Это выдержка из одной из статей журнала 1900 года «Вестник моды». Пока-пока, до свидания. Смотрим иллюстрации. Пока-пока, до свидания.